Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре поппер от производителя Helios, называется он Глупер. Выпускается в 5 расцветках, в данном случае я взял такую натуральную, это расцветка T01. Также присутствует 2 кислотных цвета, Red Head и еще одна интересная натуральная расцветочка. Мой же выбор пал на данную, так как она имеет имитацию чешуи. Может быть, рыба и не увидит хищная данную расцветочку, но мне такой воблер именно внешне очень нравится. С лицевой стороны на пластиковой коробке видим логотип производителя и сказано, что оснащен он натуральными 3D глазами. Витрина довольно-таки большая, и перед покупкой можно рассмотреть, как выглядит воблер. Сзади есть информация, что тело с фактурным рисунком и яркой окраской, но окраски яркой в данной модельке моей не присутствует. С 3 крючками объемные 3D глаза подходят для соленой и пресноводной воды, прочная конструкция. Но если бы они подходили и для соленой, и для пресноводной воды, здесь бы стояли, наверное, специальные тройники, которые противодействуют соленой воде, эти же тройнички долго в соленой воде не проживут. Итак, характеристики. Поппер 65 мм длина, естественно, плавающий, топ-вотер, находится на самой поверхности, не имеет никакого заглубления, и вес его 8,5 грамм. Для такой компактной приманки неплохой вес, и будет он далеко лететь. Шарик перемещается, немного будет помогать забросе, воблер благодаря нему будет улетать, но он в основном создан для того, чтобы во время проводки создавать шум. Помимо бульканий, которые он будет делать своей большой данной хлюпалкой, еще и шумовой воблерок, чтобы в купе все это приманивало хищную рыбу. В основном это щука и окунь. Любят они поверхностные приманки, особенно в жабовниках, если я говорить про щуки. В летнюю жару неплохо реагирует. Ну и окунек стайный, который выгоняет малька на поверхность, тоже нередко именно реагирует на поппер. Но желательно, конечно же, чтобы был он оснащен опушкой. По крайней мере, с опушкой окуня у меня на поверхностной приманке намного лучше реагирует. Оснащается он 2 тройниками. Тройники здесь огромные. И есть вариант, что во время проводки, не так, конечно, часто, но есть момент, что могут перехлестываться. При этом игра собьется, и поклевок вы уже не увидите. Но большие тройники помогут вам засекать рыбу лучше, и по крупной рыбе, опять-таки, они лучше сработают. Сами же тройники на длинной ножке, большой поддев, присутствуют бородки и отличная заточка. Отмечу, что это довольно-таки бюджетная приманка, но при этом здесь все сделано на хорошем таком уровне. Данные голографические чешуйки очень хорошо будут создавать блики в солнечную погоду, и в принципе их тоже внизу рыбе должно быть видно. Чешуйки как бы наклеены целиком. Такой пласт идет голографический, и со временем есть вариант, что он может от щучьих зубов отклеиться, но по первому времени будет выглядеть очень классно. У приманки детализированная голова, жаберные крышки идут, вклеенный 3D глаз, но это все создано больше для привлекательного внешнего вида, чтобы покупатель захотел купить данный поппер, так как в принципе данную расцветку рыбе не будет видно. Будет ей видно только данный живот, он перламутрового цвета, и боюсь, что он будет сливаться с небом. Наверное, придется его подкрасить каким-то красным или оранжевым цветом, чтобы было заметно на фоне голубого, либо же серого неба, так не очень будет хищнику видно. Тяжело будет его с такой расцветкой отслеживать, и рыбе будет с такой расцветкой плохо видно, поэтому, наверное, все же надо было брать зеленый, но данный поппер придется немножко доработать, и я думаю, все будет отлично. Еще раз отмечу, что доступный по цене Helios Glooper. Но на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.